Здравствуйте, приветствую вас на канале Мой Сад. У нас так прохладненько, Сибирь, Омск. Сегодня 6 сентября. Вот такая огромная вот моя рука. Хризантема мультифлора у меня сформировалась. Она сидит у меня в ведре, но корни у нее уже через ведро просочились и вошли в землю. Вот. И уже, конечно, питание берут оттуда. Потом я вам ее всю цветущую покажу. Я ее не буду убирать. Забирать в теплицу, пусть так вот. И шар, видите, она не сформировала полный, потому что один угол у нее был ограничен стеной теплицы в росте. Поэтому, ну, бутонов море, цветение должно быть шикарное, пришикарное. Но что-то прохладно, и я решила остальные свои хризантемы мультифлора выкопать в горшки и поставить в теплицу. Думаю, так они быстрее расцветут. Конечно, цветение их хотелось бы наблюдать в грунте. Но вот одна, посмотрите, красотка бордовая начинает зацветать. Шарик сформировала полный, хороший, замечательный. И вот следующий. Вот тут у меня уже лопата вонзилась в грунт. Но я подумала, ну как так? Я не делюсь с вами вот этими секретами. Ну, потому что холодно. Было бы тепло, сейчас бы жара стояла, тепло, ну, хотя бы плюс 20. Они бы успели распуститься до конца сентября, и весь октябрь меня обрадовали своим цветением в грунте. Бутоны есть, все есть, да, но. Я считаю, все-таки прогноз погоды не радует, поэтому выкапываю. Все равно мультифлору в Сибири мы выкапываем. Она выносит температуру до минус 15. Есть сорта низкорослые, которые образуют шар. У меня есть такие, ромашка, рейган. Они прекрасно зимуют, но в большинстве своем, если это низкорослая хризантема, значит, она и зимовать будет при более таких низких температурах, можно сказать, положительных для нас, для сибиряков, минус 15. Вот здесь у меня вот эта корейка, она высокая, она зимующая, яблоневый цвет, но я забираю, потому что мне нужно множить зимой, ранней весной. Поэтому у меня вот мультифлора однозначно выкапывается, какие-то корейские сорта выкапываются. Вот, видите, тут стояло ведро, тоже чуть-чуть шар не совсем ровно сформирован, но да ничего. Потом, когда они у меня все расцветут в теплицу, это новые сорта мультифлоры у меня. Здесь есть нежно-розовые, оранжевые. Вот, заносим все в теплицу. И радоваться цветению уже будем в теплице. Что-то продадим на ярмарке у континента. Ярмарка у континента будет 15-16 числа. Вот еще один. Вот еще один. То есть штук 15. Сейчас я выкопаю. Так, ну вот. И часа не прошло. Вот, посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 горшков выкопаны. Вот. Теперь сейчас я их хорошо пролью. Через день-два можно пролить монофосфатом. И проливать желательно тепленькой водичкой. Тепленькой. Можно еще 1-2 капли йода на полторашку воды добавить для стимуляции закладки бутонов и цветения. Конечно, они несколько дней будут болеть, даже могут повянуть, но ничего страшного, хризантема очень быстро восстанавливается. И вот такие шары сформировались из маленьких черенков, приобретенных весной. Тут где-то и мои дубли, и мои черенки, где-то черенки купленные. Но хризантема очень хрупкая, вот лопата у меня упала и повредила шар. Вот. Поврежден шар, а это крайне, конечно, нежелательно. Но если шар идет, например, на продажу или на подарок, поэтому вот здесь уже все, можете эти черенки взять себе на укор. Ну, как сохранять хризантему зимой? Видео много, есть плейлист хризантема у меня на канале, ссылочку поставлю, зайдете, посмотрите прошлые годы, какое было цветение осеннее, как сохранить зимой, как я сохраняла безрезультатно, провально в теплице прикапывала хризантемы. Вот, поэтому опыт есть, и делюсь им с вами. Вот.
Мне нравится в этом году, как сформировались шары. Но единственное, как всегда, в Сибири нам не хватает тепла. Сейчас на продаже есть еще черенки. Вот из таких черенков, ну это летнее черенкование, и сформировались эти шары. Вот из таких. Представляете? Вот весной было вот такой черенок, а стал круглый шар. Кто не хочет заносить эти хризантемы домой, вот целыми ведрами, тут может вот сломать веточку, да, как у меня отломилась, и ее укоренить. Она легко укореняется в грунте, в торфе. Ну вот, посмотрите, опять отломилась. Берем. Ну, лучше, конечно, обрезать. Нижние листики убираем. Вот черенок готов для укоренения в грунте, в торфе, естественно, под лампами. В воде не знаю. Не знаю, какой будет результат. Насколько быстро укоренится. Обработка хризантем сейчас обязательно будет у меня вертимеком от клеща. Теплицу не хочу нести в этот зоопарк. Да, и еще подверглись у меня выкопки вот такие болезненные мои гортензии. Крупнолистные, розовые, белые, домашние, комнатные. Они вообще, они, ну, у нас не уличные. Это в Краснодаре, они уличные. Вот, красота. Но это уже тема другого видео. Болели они, им нужен кислый торф. Но расскажу все по порядку уже в следующих видео. Так что подписывайтесь на канал, будет много еще интересного. А мы берем в руки зиму. И идем опрыскивать все наши хризантемки. Все полностью. Вот всяких букашек и таракашек. А я вам всем желаю теплых солнечных дней, шикарной, красивой золотой осени. Всего самого наилучшего. И до встречи на канале Мой Сад. Казачка уже в теплице.